Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 9 июня выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество город Икут 61 случай. Кроме того, Мигино-Кангаласский, Хангаласский по 7 случаев. Усть-Алданский 5, Верхневилюйский 4, Алданский, Амгинский, Ленский, Нерюнгринский по 3 случая. И Верхоянский, Мирнинский, Намский, Усть-Янский зарегистрировано по 1 случаю. Всего за сутки у нас проведено более 2483 тестов исследования. За весь период обработано более 1 140 000 видов исследований на ПЦР-диагностику. В Якутске сегодня 202 409 вакцин различного профиля. Сегодня мы получаем еще 1500, которые будут распределены по районам нашей республики. Первую вакцинацию за весь период получило 180 837 человек. Помимо этого, лица старше 60 человек 40 682 человека. Во вторую вакцинацию, то есть полностью вакцинировались, уже 125 656 человек, в том числе лица старшего возраста, завершили вакцинацию 31 250 человек. Таким образом, использовано 88,8% вакцины, поступившей на территорию нашей республики, и мы продолжаем вакцинальную кампанию. Мы точно так же призываем всех получить вакцину в любых пунктах, которые приближены к вашему дому. Сегодня можно провакцинироваться как, значит, в медицинских организациях, в мобильных пунктах, и, кроме того, можно пригласить вакцинальную бригаду к себе на производство. Мы призываем всех все-таки ограничиваться и соблюдать все меры социального дистанцирования, не посещать массовые мероприятия, соблюдать масочный режим, беречь себя и своих близких. Спасибо большое за внимание.